Блять! Курбан, что это за люди здесь? Я вообще не понимаю, что происходит. Откуда они взялись? Кто это такие? Я не знаю, пришли тут какие-то дикари, блин. Что-то водой брызгают. Все свои. Что происходит? Что это за люди? Да я не знаю, вот женщина стоит какая-то, утверждает, что ее зовут Лена. Как ваша среда проходит? Вот так. Илюха, напишите. В тот момент, когда уже все приподнимаешься, вот уже почти приподнялась, в этот момент ведущую ногу ставишь вперед. Как бы бедра поворачиваешь, а плечи у тебя вперед смотрят. Да. Руки согнуты, ноги согнуты тоже. И чуть-чуть вес переноси на заднюю ногу, чтобы у тебя нос не слишком. Жопу назад не отодвигай, вперед, под себя, да. Че, готов? Нет. Посмотрим на тебя, как ты катался раньше. Вот же нормально катается. И нужно было 2, наверное, не катала. Настя, ты уверена? Че, как ощущение? Фу, ноги устали. Следите за порядком. Лето? На страже. Правосудие. Как вам парк в Нижнекамске? Административно неделю назад взяла. Своеобразный парк. Электричества не было. Но здесь весело. А в Челнах как? Лучше? Челнах тоже хорошо. Надо заехать к вам в гости посмотреть. Обязательно. Нужно дружить парками. Миша, что-то делает. Че опять? Че случилось? Язычок приделываю. Оторвали. Главный прогресс, чтобы был у новичков. Чиллеры. Че-то походу очередь-то прошла меня. Мы снимаем видео для бейк-парка. Пару ласковых, можешь сказать? Еще раз. Хороший. Веселый. Ого, это же фиш ролл мастер. Мальчик, иди отсюда. Ты покажешь? Как нужно правильно нырять в воду. Технику ныряния воды. Сделать надо. Че? Ну, потом че? Да. Поебалу на! Че? Опа, нихуя! Че? Иди сюда! Нах! Опа! Че? Ты че творишь? Вы сегодня первый раз на доску встали, да? Да. Приехал. Застрял. А можете палму потянуть туда? Как вам? Как ваше ощущение? Очень круто. Круто. Так будоражит внутри вот эти адреналин, момент, вот эти менжевания внутри. Фу. Потяни. Приятно. Очень. Есть слова какие-то тем, кто еще не катал? Приходите, катайтесь, учитесь. Это просто великолепное времяпрепровождение. У меня слов даже нет, чтобы сказать. Вообще круто. Первый раз стали. Оказывается, несложно, легко учиться. Ребята классно обучают, все показывают. Даже первый раз придете, быстро научитесь, получите кайф и будете здесь еще. Мы еще приедем. Спасибо. Огонь, я второй раз и прям вообще кайф. Хотелось бы чаще сюда приезжать, но бытовуха и работа съедает. Но, ребята, здесь надо побывать каждому за это лето. Крутое место. Почаще бы сюда приезжать, не раз в 3 года. Так, ну-ка, что у нас тут? Что бы без тебя мы делали, а? Вообще нет парней в парке. Вымираешь. Я вот камеру держу. Ты шуруповерт. Мужчины 21 века. Давай я тебя сниму, когда ты говоришь. Мать вейкборда. Есть мать драконов, это мать вейкборда.
Говорят, мир держится на трех китах, а наш пейк-парк держится на одной снежане. Да. Девчонки, вас заказали. Вас обрызгать заказали. Заказ есть заказ. Да. Заказ крутой. Нет. Ну или откупиться надо. Да. Отменить цель. Как бы, можно что-то. Тебя заказали. Кто? Где? Покажи бумажку. Покажи бумажку. Серьезно? А, я списал. Давай. Блин. Это хуя, бля. Окей. Это ты, да? А кто? Че ты не откаешь? Здравствуйте, вы первый раз, да? Да. Прикинь, зацепил. В смысле, блин, интервью такое. Так, вы первый раз, да, у нас? Да. Как думаете, встанете на доску? Конечно, ты что, сейчас будем, как и ты, делать бокалы, рейли? Окей, давай посмотрим. А шлепок будет какой-нибудь? Ну это знаешь такой особенный трюк, ну. Не всем дается. Вот так вот новички сразу становятся на доску, уверенно едут. Как ваши ощущения? Классно, но волны. Волны. Хотела на другую ногу покатать. Так вот, смотрите, оператор уснул за пультом. Проснись! О, блядь, чувак, прыгает скикер, охренеть. С ума сошел, что ли ты? Смотри, не спи. Check it out.